Это собор называется как? Я буквы знаю, но я думаю, что это Витовта собор. Я знаю все наизусть. Так, а но я начинаю путаться. Повторяем то, что ты мне говорил. Получается, да, что там здесь проходило. Там была Польша. Раньше там была Польша, получается. Да. Там была гора Наполеона, где он наблюдал, как войска переправляли с неба компанию в России. Вот, получается, позади у нас осталась Литва, и по-старому мы уехали в Польшу. Да, польский край. Ага. Ну, река, соответственно, то есть как бы. Неман, да. А там какая-то вот даже скульптура наверху стоит, но мы этого не видим. И тут какие-то арки. 1948. Это набережная. Вот по набережной там у них человеки живут. Вон, видно, далеко-далеко. Это та самая высокая католическая здание. Ну, понятно, что. Так. Дороги. Дороги. Да.